Евгений Куйвышев призвал Общероссийский народный фронт к взаимодействию в решении экологических вопросов и реализации других национальных проектов в Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвышев призвал членов регионального отделения Общероссийского народного фронта к продолжению конструктивного диалога с органами власти и с жителями Среднего Урала в решении экологических вопросов и других задач, определенных национальными проектами. Об этом глава Среднего Урала заявил 8 апреля, обращаясь с приветственным словом к участникам отчетно-выборной конференции Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» в Свердловской области. В рамках национальных проектов в Свердловской области разработаны 55 региональных проектов. В 2019 году на их реализацию предусмотрено около 30 миллиардов рублей из средств федерального и областного бюджета. Главная цель нашей совместной работы по реализации наших проектов – это обеспечение прорывного развития Свердловской области, улучшение делового климата, поддержка инициатив граждан, достижение конкретных, видимых людям результатов по наиболее важным вопросам: здравоохранение, образование, жилищное строительство, развитие культуры и спорта, улучшение экологии и повышение комфорта жизни. Отдельно глава региона остановился на реализации национального проекта «Экология». Он выразил надежду на то, что члены Народного фронта будут содействовать повышению экологической культуры уральцев и формированию у жителей нашего региона экологического мышления, бережного, рачительного отношения к окружающей среде. Важно в этой работе особое внимание уделить переходу на новую систему сбора и утилизации твердых бытовых отходов. Евгений Куйвышев напомнил, что изменения в этой сфере призваны решить проблемы, копившиеся десятилетиями, очистить города и села от несанкционированных свалок, построить современные полигоны и заводы для переработки мусора. Члены Народного фронта сегодня привлекают неравнодушных, активных уральцев к участию в общественном экологическом контроле в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды. Евгений Куйвышев поручил Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области оказать содействие исполкому Народного фронта в организации этой работы. Глава региона также добавил, что все инициативы, которые прозвучат на площадке проведения конференции, будут проанализированы членами правительства и лучшие из них будут претворены в жизнь. Член Центрального штаба Федеральный эксперт Народного фронта Светлана Калинина поблагодарила губернатора за эффективную работу с общественниками. Она подчеркнула, что Свердловская область – один из передовых регионов страны, где работа с Народным фронтом поставлена на высоком уровне. Член Центрального штаба, руководитель регионального отделения Народного фронта Жанна Рябцева отметила важность командной работы, нацеленной на улучшение жизни каждого конкретного человека в Свердловской области. Задача майского указа и национальных проектов – это стратегическое направление работы и те критерии, которые нужно достичь. Но одному отдельному министру в регионе не решить всех вопросов. Нужно это делать в связке, и главное – в связке с людьми, подчеркнула Жанна Рябцева.